все, мы с Дарамиром Владимировичем подходим к дому, мы купили себе обогреватель. Вот, он у меня в сумехе. Вот. Так, машина сюда едет, давай отойдем. Че она не едет, че фиг ее знает. Так, значит, мы сейчас идем домой, скинем барахло, уберем обогреватель, вкусняшки, которые мы купили. Я покажу потом, что мы купили, вот. И пойдем, мы собирались в магазин, получается, пойти сделать покупки, но не пойдем, мы сначала сходим в школу, возьмем договор по английскому. Так вот у нас немножко поменялись планы, говно на асфальте, замечательно, прям такой кизяк огромный. Вот, и значит потом, мы сейчас сходим в школу, заберем договор по английскому, а потом, тогда мы уже сходим с Дамиром, нормально скупимся по продуктам. И наконец-то домой. Какой-то сегодня у нас день путешествия. Дважды в школу прийти. Сначала на фотосессию, сейчас за договором по английскому.